Доброго времени суток, дорогие любители тенниса. Меня зовут Владимир Светлица. Вроде как до сих пор это паблик Betting & Tennis или канал Betting & Tennis в Телеграме или на Ютубе, не знаю, в зависимости от того, где вы смотрите. К сожалению, я не могу заглядывать в будущее, я не знаю, откуда вы будете смотреть. Сегодня мы будем разбирать вместе с Игорем Дычковским сетку турниров в Цинциннати, Мастерс, очередной последний крупный турнир перед US Open, если не считать 250-ник Уинстон-Сейлами, где обычно Чекината одерживает единственную победу на харде в сезоне. Игорь, привет, как настроение? Смотрел ли сетку? Расскажи вообще впечатления свои. Всем привет. Сетку смотрел, в принципе, понравилось. Вот даже появилось желание обсудить некоторые матчи. Очень обидно, что не сыграет действующий чемпион Александр Зверев. Желаю ему скорейшего выздоровления. Ну, а так, все остальное, думаю, нормально. Ну, и жалко, Джоковича не будет. А так, пойдет. Ну, и Федерера тоже жалко не будет. А, ну и Роджера не будет, да. И Агаси, и Нолбандяна. А, и Яновича не будет. Давайте тогда, наверное, Игорь, я с вами на «вы». Пойдем с верху, как обычно, вниз. Данил Медведев, первый сеянный. Автоматом, понятное дело, выходит во второй круг. Первые восемь сеянных автоматом вышли во второй круг. Медведев, Надаль, Алькарас, Циципас, Рут. Я стараюсь просто именно с первого по восьмого идти. Шестой Рублев, седьмой Аже и восьмой Хуркач, который сегодня будет играть в финале Торонто. Медведев во втором круге сыграет либо с Ботиком Ванденцзасхульпом, либо с Максимом Кресси. Этот матч состоится через пару часов. Раз уж у нас, судя по всему, будет возможность высказаться, да, по поводу этого матча, и, скорее всего, люди даже услышат наше мнение. Правильно я понимаю, они где-то через пару часов стартуют или уже начали? Ну, по-моему, нет. Ну, в общем, если честно, у меня какого-то четкого понимания нет. Коэффициенты равные, наверное, небольшое преимущество у Крейси, большой тотал, все логично. Мне кажется, линия максимально правильная. Да, 22:40, через полтора часа, я думаю, к тому моменту мы уже закончим. Играет Ванденцзасхульп и Кресси. У меня четкого понимания нет. Вот даже, наверное, Ванденцзасхульп почему-то фаворитом идет где-то. Я вот сейчас смотрю. Давайте посмотрим на Теннис Эксплорере. Да, Ботик вот тут. Пинакл 1.87. Ну, были равные коэффициенты по 1.94 ровно. Линия вышла. И это как подтверждение моих слов. Я здесь, ну, вижу небольшим фаворитом Кресси. Быстрые корты. Но думаю, что матч, конечно, будет верховой. Отправлю Кресси. Почему? Не могу сказать, почему. Я не люблю вот так вот отвечать на вопросы, но просто чутье Кресси. Ну, в общем, в любом случае, я этот матч скипаю, конечно, на него не ставлю. У тебя какое мнение, Игорь? Ну, я, в принципе, с тобой согласен. В плане исхода рандомный матч, как бы, можно только монетку подбросить и выбрать победителя. Корты быстрые, как ты сказал. Скорее всего, будет не один тайбрейк здесь, тотал больше. Но, опять же, цифры не особо выгодные. Линия выставлена правильно, поэтому лучше пропустить. Далее битва двух американцев. Томми Пол, Дженсен Бруксби. Давай ты начнешь, наверное, и я подхвачу, если что. Ну, давай. Ну, что ж, стоит отметить игру Томми Пола. Очень впечатлила его игра на Мастерсе в Монреале. Четвертьфинал. Проиграл Дэну Эвансу в борьбе. Играл неплохо. Бруксби же, наоборот, по сезону не впечатляет. Из всех его достижений это финал в Атланте. Играет нестабильно. Очень много проблем с подачей. Все-таки на данный момент, как по мне, Пол действительно сильнее, справедливо котируется фаворитом, и коэффициент, в принципе, на него адекватный, и даже немного валуйный, я бы сказал. Поэтому я отправляю Томми дальше, и желаю ему удачи. Ну, для меня сложный матч. Пол достаточно много сил потратил в Монреале, в Канаде. Теннис, конечно, показывал он невероятный, но Томми славится тем, что он тоже персонаж недостаточно стабильный. У него прекрасно есть игра, шикарный теннис, абсолютно удивительная техника, свобода действий. Он прям летает по корту. Мне очень нравится этот теннисист и всегда нравился. Бруксби же, ну, тоже как... Вообще парень, мне кажется, он стабильный и будет очень стабильным в будущем, но в этом сезоне есть ощущение, что немного не справился Бруксби с ожиданиями собственными или, может быть, с ожиданиями теннисной общественности, да, которые возлагали на него большие надежды. Не без спадов, да, есть хорошие результаты, например, финал в Атланте, и там он даже был фаворитом. На мой даже взгляд, он был небольшим фаворитом, но он там очень легко проиграл Доминауру, и после этого как-то сник Дженсен, проиграл следующий матч сразу же.
Не знаю, я думаю, если физически здесь пол будет готов, то, скорее всего, да, как ты и сказал, он, конечно, фаворит этого матча. С другой стороны, если он все-таки, да, физически будет готов не очень хорошо, и действительно Монреаль мог отобрать у него немало энергии, да, один матч с Алькарасом, чего стоит только, то тут, конечно, Бруксби со своим теннисом, вот этим вязким, да, как паук, он плетет паутину на корте, он, конечно, может попить крови Полу. Я скипаю этот матч. По итогу, наверное, да, все-таки Пол, но в целом считаю, что определенный шанс у Бруксби, конечно, на победу есть. И где-то 50, наверное, 3 на 47 в пользу Пола. Но я такое брать не буду. Давай, наверное, по очереди, да, вот сейчас ты начинал, потом я, и так от матча к матчу будем идти, чтобы было логично Давай, и да. не было ни у кого никаких претензий, а то вдруг пишут там тебе, например, почему всегда Вова начинает, а тебе приходится с ним соглашаться и так далее. Шаповалов, Димитров, ну, про Дениса я в последнее время очень много говорю, я, если говорю о теннисе, то, по-моему, только говорю о Шаповалове, да, о его абсолютно удручающих результатах и отсутствие побед практически, хотя человек, по-моему, до сих пор находится в топ-20, это абсолютно удивительный факт, но тем не менее, даже близок к топ-10 был. Я не знаю, сейчас не показывает он вроде как не... Да, он не в топ-16, ну, не знаю вообще, какой у него рейтинг, если честно, не слежу, но, по-моему, он еще не вылетел из топ-20. Димитров в Цинциннати исторически играет хорошо, свой единственный Мастерс он выиграл именно здесь, в 2017 году. Хорошо очень помню я тот турнир, ту блестящую игру Григора, потому что я тогда комментировал, в принципе, весь этот Цинциннати и полуфинальный матч с Изнером, я помню, на двух тайбрейках, по-моему, тогда одержал победу Димитров, и финальный матч с Кириосом тоже. Ну и, собственно, в 2017 году Димитров, наверное, показывал свой лучший теннис, тогда он еще и на итоговом победил. Поэтому Цинциннати, да, если он даже и проигрывает здесь, то зачастую это происходит не в первом круге, и зачастую это происходит против очень серьезных соперников. Ну, например, пару лет назад он проиграл здесь Новаку Джоковичу, выиграв первый сет со счетом 6-2. По-моему, Новак тогда в итоге отпраздновал победу в Цинциннати. В прошлом году Григор тоже несколько хороших побед одержал здесь. Точно помню, обыграл Баутисту и точно помню, обыграл Бублика. Но, по-моему, потом кому-то проиграл. Шаповалов же в Цинциннати, я так смотрел, давайте еще раз я обращусь через Теннис Эксплорер к этому матчу. В Цинциннати ничего никогда не показывал. Сейчас провалимся на него. Ну, во-первых, 17-17 в этом году, да, и серия из 3, 4, 5, 6, 7, 9 поражений в последних 10 матчах у Дениса. Это абсолютно, конечно, катастрофа. Дело все в том, что и до этого, в Риме, да, когда он одержал 3 победы, тоже он как бы играл ни шатко, ни валко, проигрывал ну, чаще, да, чем выигрывал, или, по крайней мере, примерно столько же. Хороший был старт сезона, отличные результаты на ATP Cup, четвертьфинал Australian Open. Вот, да, в Цинциннати у него ничего нет. Третий круг один лишь только в 2018 году, затем проигрывал во втором раунде. Причем в прошлом году проиграл во втором круге, будучи сеянным, он пропускал первый круг, проиграл сразу же Бенуа Перу. Ну, корты, конечно, Денису подходят, но я здесь все-таки отдам предпочтение Димитрову в основном из-за того, что я уже сказал. Кстати, нужно отметить, что в личках 2-1 ведет Григор, и в личках на харде 2-0 впереди Димитров. Да, там, конечно, был матч в Торонто в 2016 году, это первый, наверное, первый вообще крупный турнир, да, который провел Денис. Тогда он на старте обыграл... кого же он тогда обыграл? Ну, давайте, ладно, я посмотрю. Тогда была сенсация. Он обыграл Кириоса. Кириоса, да. 9-8-7, вот коэффициент я вижу. Да, потом в 17-м уже Надаля обыграл. Ну, не суть. В общем, я даю предпочтение Димитрову. Не знаю, ты со мной согласен, нет? Я очень много Да, времени я потратил. согласен. Денис в ужасной форме. 9 поражений в последних 10 матчах. В Цинциннати лучший результат, третий круг. Григор тоже, с другой стороны, не особо блещет результатами. Да, у него нет стабильности, которая была, например, 5 лет назад. Но при этом на Мастерсах болгарин, в принципе, неплохо себя проявляет. Год назад он в Индиан Уэллс хорошо выступил, в Берси, в этом году полуфинал в Монте-Карло. И в Цинциннати он действительно хорош. У него здесь полуфинал в 16-м и титул в 17-м году. И в целом он более такой надежный игрок, более терпелив на задней линии. Поэтому, если уж кого-то выбирать, то я за Димитрова. Не, ну, если уж Димитров более надежный игрок, то у меня прям совсем плохие новости для Приятного Шаповалова. аппетита.
Спасибо. Мед с орехами, стоит признать. Далее, давай ты начинай, Фриц Байес, по очереди будем. Мед, кстати, хороший антибиотик. Да, Тейлор, Гэри Фриц, Себастьян Байес. Тейлор проводит отличный для себя сезон. Выиграл Мастерс в Индиан Уэллс. Неплохо сыграл на Умблдоне. В целом он улучшил свой уровень игры, стал более стабильным. И на американском харде Тейлор действительно хорош. Правда, Цинциннати не самый успешный для него турнир, но соперник вполне проходимый. Байес мне очень нравится, он трудяга, и в прошлом году он о себе заявил. Но объективно, вот львиную долю очков аргентинец заработал на грунте, и все-таки быстрое покрытие, мне кажется, это не самые подходящие ему корты. Да и вообще сейчас Себа на спаде, да, у него 5 поражений подряд. И здесь я брал Фрица минус 3,5 за 1,8. Мне кажется, это неплохой вариант, но что уже будет, поглядим. Полностью согласен, особо добавить нечего. Стоит только сказать, что я тоже брал Фрица, правда, минус 4,5. Но даже такая фора, мне кажется, относительно неплохой. Байес, я думаю, в ближайшем, относительно будущем, станет универсалом полноценным. Я практически уверен, что у него не будет серьезных проблем на харде. Он, ну, скорее всего, будет копией Диего Шварцмана. Например, такие же результаты у него в итоге будут. Но нужно подождать, да. Нужно немного затянуть пояса, потерпеть, и Байес рано или поздно на харде начнет играть хорошо. Но, повторюсь, это, скорее всего, будет в будущем. Против Кириоса был хороший матч, но, конечно, против таких теннисистов, как Кириос, Фриц, да, серьезных игроков, почти топ-10, ну, без подачи на харде играть, ну, стоит сказать, невозможно, наверное, все-таки, да. Можно какие-то локальную борьбу навязывать, но одерживать победу против таких теннисистов на харде практически невозможно. Отсюда и, собственно, выбор и твой, и мой, Тейлор Фриц. Ник Кириос, Алехандро Давидович Факина. Ну, как и всегда в любом матче Кириоса. Во-первых, конечно, стоит сказать, что я восхищен, ну, уровнем тенниса Ника. Стоит признать, что, наверное, может быть, даже никогда не видел настолько уверенной игры от Кириоса. Потому что я, наверное, могу вспомнить, может быть, только Токио в 2016 году, когда Ник победил тогда на турнире в Токио. Вот тот турнир можно сравнить с Вашингтоном и с, ну, в меньшей степени, наверное, все-таки с Монреалем, потому что в Монреале Кириос, наверное, против только Медведева сыграл хорошо. Ну и Доминаура, да, конечно, против Доминаура тоже. Два матча он сыграл на потрясающем уровне. Но в целом, конечно, да, теннис сейчас Кириос показывает фантастически просто и максимально приятно за ним наблюдать. Но стоит признать, что все-таки какая-то уже усталость накопилась. Ник никогда не был теннисистом очень выносливым. Он редко играет 3 турнира подряд. И сейчас для него это будет 3-й турнир подряд. Поэтому я думаю... Во-первых, поэтому. А во-вторых, конечно, еще и Давидович Факина очень серьезный соперник. Очень серьезный. Да, у него нет мощной подачи. Но в розыгрышах он абсолютно в состоянии навязать определенную борьбу Кириосу. Если у Ника будет барахлить подача, а она может барахлить. И, скорее всего, будет, если психологически не очень хорошо настроиться на этот матч, то я думаю, что Давидович может зацепиться. Может зацепиться. У меня есть вопросы к Кириосу, и я не уверен, что... Да кто вообще может быть уверен? Даже сам Кириос, наверное, не уверен, что он настроится должным образом на этот поединок. Отсюда я допускаю, что проблемы у него могут быть, и не уверен, что будет легкая победа. Как ты считаешь? Да, я с тобой согласен. Вообще, один из лучших сезонов Ника, да, он начал год с победы парного турнира Australian Open, затем финал Умблдона, отличная игра, но, опять же, соперник был Новак Джокович. Затем снова он выиграл парный турнир в Атланте, в одиночке забрал 500-ник в Вашингтоне, четвертьфинал Мастерса в Монреале, но там уже и физически, и морали не хватило Ника, и вообще австралиец не тот игрок, который будет играть все турниры с максимальной отдачей. К тому же сейчас у Ника есть проблемы. Он сказал, что у него болеют родители, и он их не видел 3 месяца. И его это беспокоит. И, по-моему, даже последнее интервью было о том, что ему сейчас не до тенниса. И многие начали предполагать, что Кириос вообще забьет на этот турнир. Но как ни крути, все-таки это Мастерс. Еще и в США, да, где у Ника результаты неплохие. Поэтому я думаю, в Цинциннати он выложится. У него и финал тут есть в 2017 году. Я думаю, что с мотивацией проблем не будет. Но соперник действительно у него не самый простой. Фокинас, хоть и не самый лучший подачи, но игрок, который активен в розыгрышах. И мне кажется, до одного тайбрейка
он сможет дойти, учитывая то, что Ник в первых кругах играет не очень стабильно, и прием у него все равно не лучший. Так что здесь, мне кажется, ТБ более целесообразно заигрывать, чем минусовые форы на Кириуса. Ну, а вообще лучше пропустить. Да, но я единственное ставлю еще свои 5 копеек по поводу того, что Кириус может слить матч и так далее. Ну, я слышал тоже о том, что у него болеет мама. И, ну, насколько я знаю, только мама. Ты сказал родители по поводу там других членов семьи, я не слышал. Но суть не в этом, а в том, что в то же время Кириус говорил, что, во-первых, он сейчас борется за посев на турнир Большого Шлема, на US Open. У него еще есть один турнир, собственно, этот самый Цинциннати, который пойдет в зачет. И сам Ник сказал, что он постарается здесь выступить хорошо для того, чтобы попасть в посев. Ну, это серьезное, на мой взгляд, заявление. Правда, это слова Кириуса, которые... Да-да? Да, Вова, может, у тебя вопрос. Смотри, вот была новость, что очки за Умблдон в гонку идут, да, в сезон? Насколько мне известно, официально еще это не подтвердили, и, по-моему, это на уровне слухов было. Но вот я точно не могу сказать. По-моему, официальной информации не было, что они пойдут в зачет. Просто хотелось бы Кириуса на итоговом увидеть. Да, потому что, собственно, я почему об этом знаю, что это неофициальная информация, потому что Джокович, собственно, имеет очень хорошие шансы не попасть на итоговый. Соответственно, да, если бы очки шли, то он бы уже практически гарантированно был там. Поэтому, по-моему, ну, то есть, если это на уровне слухов, то, скорее всего, уже бы этот вопрос был решен. Как-то странно оттягивать это на потом, да. Ну, в общем, короче, официально, по-моему, информации не было, что очки засчитаны. Да. Идем дальше. Да. Альберт Рамос Винолас сыграет с квалифайером либо Lucky Loser. Не знаю, кто им станет. Можно, конечно, гадать. Но одно я знаю точно. Не стоит сбрасывать со счетов Рамоса Винолоса. Потрясающий сейчас теннис показывает. И в целом по этому сезону. И даже не нужно делать акцент на быстром покрытии. Винолас, если в хорошем состоянии, то он практически на любом покрытии может оказывать сопротивление и быть очень неприятным соперником, поэтому я здесь думаю, ни при каких раскладах ни в коем случае не буду ставить против него. Ну, это такая информация. Да, и в Канаде он круто сыграл, матчбол против Гуркача был, так что Альберт в форме. Да, ну, стоит отметить, что соперником Рублева станет либо Рамос Винолос, либо какой-то квалифайер, или же Lucky Loser. Далее Стефанос Циципас играет с победителем матча Крейнович Эванс. Играли они на этой неделе. Очень странный матч был в первом круге турнира в Монреале. Там 6-6-2, 1-6-6-0, да, по-моему, победу одержал Эванс. Эванс очень много поединков сыграл в Монреале, очень много затяжных матчей. Он дошел до полуфинала парного турнира. Собственно, он в финале, по-моему, в парного турнира сегодня. Сегодня. Да, будет проводить финальный матч. С Каренио они рубились 3 часа. Ну, я думаю, что это, конечно, физически очень тяжелый был турнир, энергозатратный для Дэна. Есть ощущение, что Цинциннати, конечно, уже, ну, вряд ли сможет настолько же хорошо сыграть Дэн. Филипп очень опасный соперник, несмотря на вот это поражение и баранку. Не знаю, что там происходило, не знаю, здоров ли Краинович. Но если здоров, то я думаю, что какие-нибудь +3, +3,5 он в состоянии удержать против Эванса в данном случае именно. Мое мнение. И Украинович, по-моему, полуфинал или четвертьфинал, да, был в Цинциннати в 2020 году, когда Мастерс в Нью-Йорке проходил. Да, да, там были хорошие результаты. Он, по-моему, не дошел до четвертьфинала. Если я не ошибаюсь, он уступил Раоничу. Не подал на матч. Да, да, да. Он вел в двух сетах и должен был без тайбрейков закрывать. Что-то такое там было, но в итоге... Да, и 3 двойные при подаче на матч, да. Да, да, давай сейчас проверим. Да, он, да, в четвертьфинале проиграл Раоничу в 3 сетах. Да. Ну, в целом, я с тобой согласен, да, действительно, много сил у Эванса ушло на турнир в Канаде, но все-таки, мне кажется, у него время для отдыха будет, и Филипп, ну, на быстром харде никогда не демонстрировал прям высокий уровень игры, формы у него нет, Эванс же, наоборот, на ходу, действительно, круто играл в Канаде и проиграл Бусти, но Буста прям очень хорош, Дэн более стабилен. И в США, на самом деле, Эванс всегда впечатляет. Даже в 2016 году у него был матчбол на US Open против Стэна Вавринки. Ну, в общем, не знаю. Я просто видел третий сет этого в Монреале, но там Краинович через раз бил аут. В принципе, я не удивлен, это Краинович. Но
Если выбирать кого-то по сетке, то я все-таки выберу Эванса, но за счет его более хорошей формы. Но за 1.52 я бы на него не ставил. Как-то так. Карацев на Кашима, давай ты начинай. Да, хороший матч. Ну, не впечатляет игра Османа вообще. Снова он был хорош в Австралии. Действительно, крутое начало сезона, и было много ожиданий от него. Но потом как-то остался в тени, да, там больше станфорсов против Мунара, и пошло-поехало. Ужасно играет на приеме, много анфорсов, эмоционально у него тоже проблемы есть, потому что даже когда я его подбадривал на турнире в Лионе, он меня там матом посылал. Ну, в общем, не знаю, мне кажется, у Аслана кризис и что-то серьезное. Накашима тоже не особо круто играет, хуже, чем в прошлом сезоне, но при поддержке все-таки родных трибун и более чуть-чуть лучшей формы, мне кажется, Накашима выглядит фаворитом, но при этом по таким коэффициентам я бы вообще не рекомендовал ставить по линии на этот матч, потому что может быть все что угодно. Но, как по мне, у Брэндона больше шансов на победу. Так, ну да, я безусловно тут соглашусь, я не понимаю. Ну, коэффициент, кстати говоря, мне кажется, нормальный, 1.53, был 1.44, сейчас 1.53 на пенахле, какие-нибудь -2, -2.5. Мне кажется, тут может быть неплохим вариантом. Я отправлю Накашиму во второй круг. Они встречались в этом году в Австралии, в прошлом году в Австралии, в квалификации 6-2, 6-7, 6-2. Очень легкая победа Карацева. Ну, конечно, ту Австралию, да, и нынешнее состояние Аслана бессмысленно сравнивать. У Карацева очень много поражений, отсутствие уверенности. Где-то, казалось бы, какие-то победы начал одерживать в Гамбурге, да, например, в Бастаде по две победы он одержал. Но дальше уже сразу же Лайовичу в двух сетах и Меру проиграл в Вашингтоне, Кресси в Монреале. Причем в Монреале уступил Кресси, ведя с брейком, и был, по-моему, двойной брейкпоинт на двойной брейк. Мог 6-1, по-моему, партию даже закрыть Аслан. В итоге проиграл... Я брал фору по сетам, да. Молодец, Аслан. В итоге проиграл 6-4. Ну, иными словами, не понимаю, как при таких раскладах можно реально верить, да, и доверять собственные деньги Карацеву и ставить на него. Я ни в коем случае, как бы, понятное дело, никого не заставляю ставить на Накашиму, но и тоже скажу, что, конечно, Брэндон, да, после Уимблдона смотрится не очень хорошо, но мне кажется, все-таки поинтереснее, чем Аслан. В Лос-Кабосе он дошел до четвертьфинала, в Монреале проиграл Кэмерону Нори, своему любимчику. Да, ну, в общем, соглашусь, Накашима во второй круг, скорее всего. Далее Алекс Молчин против Диего Шварцмана. Давайте проверим коэффициенты. Что у нас тут? Наверное, какие-нибудь минус 3. А нет, даже меньше. 1.68 на Шварцмана коэффициент. 1.78 даже по выходу линии были равные коэффициенты. Интересно, при том, что они встречались в прошлом году на US Open. 6-4, 6-3, 6-3 Диего. Я сейчас посмотрю, что в Цинциннати у Шварцмана. Ничего хорошего у него в Цинциннати нет. Хотя, с другой стороны, в прошлом году, да, и на позапрошлом турнире оба раза он по два матча выиграл. В прошлом году Тиафо Эванса обыграл, Руду уступил. В позапрошлом, ну, в 2019-м Албат и Джера, это, конечно, несерьезно. Не знаю, по таким коэффициентам я, наверное, склонен поверить в Шварцмана. Он, конечно, в последнее время и в целом в этом сезоне не очень хорош, но есть ощущение, что он набирает. Была очень хорошая победа против Давидовича, Факины. Сумасшедший был матч, там бойцовские качества, характер проявил Диего. И мне кажется, вот как раз-таки такие победы, они могут вселить уверенность в теннисиста. А если у Шварцмана, или, ну вообще в целом у такого крутого игрока, как Шварцман, есть уверенность, то, соответственно, ну, Молчана он в состоянии обыграть уж точно. Хотя и Алекс, я неоднократно говорил, очень сильно прибавил и вообще хороший теннис показывает. Так что я все-таки отправлю Шварцмана здесь во второй круг. Да, Алекс действительно хорош, уже в топ-50 входит, отличный прошлый сезон, в этом году тоже хорош и стал играть еще лучше. Повторюсь, что он начал сотрудничать с экс-тренером Джоковичем Вайдой, мне кажется, это еще больше уверенности ему придает, и на результатах это тоже скажется положительно. Однако вот на быстрых покрытиях я все-таки в Словака не особо верю, мне кажется, профильное покрытие грунт. Шварцман, в принципе, тоже считается грунтовиком, да, но... На американском харде Диего неплох, и он это не раз доказывал на US Open. И в целом по сезону аргентинец не впечатляет. Много матчей через ТБ, много брейков. Ну, это типичный Шварцман. Но с коэффициентами я здесь все равно не согласен. Окей, он не прям фаворит, но один, практически 1.8 на его победу, как по мне, многовато. Молчан, да, будет бороться, он цепкий, он там... Но все-таки опыта и класса у Диего больше.
И личка прошлогодняя на US Open 3-0 в пользу Диего, поэтому по таким коэффициентам, мне кажется, рентабельнее брать латиноамериканца. Далее очень интересный матч Матео Берреттини, Фрэнсис Тиафо, возможно, в целом центральный матч первого раунда. Давай начинай, да, твоя очередь. Да, ну что ж, Матео снова преследовали травмы в этом сезоне. Он, если не ошибаюсь, пропускал грунтовый сезон весной. После возвращения выиграл два турнира на траве, был финал в Кштаде. На харде сыграл всего один матч в Канаде. Да, он проиграл неплохому Бусте, но 5 геймов за весь матч, мне кажется, с подачи Берреттини это странный результат. То есть форма у него не очень, и в Цинциннати играл дважды, и, по-моему, тоже неуспешно. Тиафо в целом неплох, но, блин, сколько матчей Тиафо проиграл сам, мне, конечно, это удивляет. Ты не раз отмечал, что именно ментально слаб Фрэнсис, да, и ты комментировал матч с Вавринкой, что там было, 5-3-0-30, подача на матч 30-0, потом игра с Бубликом тоже, там, Саня уже с руки подает, все там, ему плевать, Тиафо проигрывает третий сет с Баранкой, потом матч с Фрицем тоже в Монреале, 4-0 в решающей партии Фрэнсис ведет, все окей, 2 эйса, 30-15, в итоге 4-6, то есть проблемы у него точно есть, и, но учитывая не лучший прием Берреттини, я предположу, что здесь мы увидим борьбу, но по исходу, наверное, дам предпочтение Матео, он все-таки выше классом, и если судьба матча будет решаться на тайбрейке, то, видимо, как по мне, Берреттини будет более надежен, что ли. Поэтому как-то так. Ты что думаешь? Ну, я не жду здесь легкую победу ни от одного из игроков. Вообще сейчас интересный факт озвучу. Не знаю, может быть, кто-то не в курсе, но у Берреттини до сих пор нет ни одного титула на харде, насколько мне известно, на уровне ATP. У него есть победа на грунте, ну, понятное дело, на траве. За последние 2 года он много турниров выиграл. А вот на харде нет у него титулов. И это, конечно, удивительный, на мой взгляд, такой показатель, потому что ну, все есть для хорошей, для хорошей игры, для хороших результатов на харде у Берреттини. И вообще, в целом, на US Open у него есть полуфинал. Даже два, да, по-моему, в прошлом году. По-моему, четвертьфинал. Да, в четвертьфинале он проиграл. Он всегда проиграл в четвертьфинале Джоковичу. Но, тем не менее, был полуфинал у него на US Open в 2019 году. Ну, вот как-то... По-моему, тоже четверть. Не помню уже. Разве? По-моему, он Надаль в полуфинале проиграл тогда. Ну, я помню, что он вел на тайбрейке 4-0 и проиграл тайбрейк Надалю. Но это вообще не важно. Ну, давай я проверю, ладно. Что уж там. Все равно мы никуда не спешим. Так, Берреттини, 2019 год. Полуфинал это был, да. Блин, он мог в финал выйти, ё-моё. Ну как мог? Ну первый сет был, потом 6-4-6-1. Да, ну не суть. Матч, не ожидаю легкой прогулки ни для одного из игроков. По итогу, наверное, все-таки Берреттини за счет того, что ты сказал, что Тиафо, ну просто, конечно, огромное количество матчей проиграл, который обязан был выигрывать, ты их озвучил. И я думаю, что этот матч может стать, кстати говоря, примерно таким. Вряд ли здесь все закончится в двух сетах, а когда дело доходит до третьего сета, то тут включается Тиафо в кавычках, и в итоге победу одерживает его соперник. Так что не удивлюсь каким-нибудь 7-6, 3-6, 7-5 от Берреттини по итогу. Минусовую фору брать не хочется, тотал больше тоже высокий очень, 23,5, здесь все правильно, все грамотно, поэтому просто посмотрю. Хачанов-Корда, к моему несчастью, мне первому придется говорить об этом матче. Даже не знаю, что и сказать. Ну, по поводу Карена тут сказать особо нечего, потому что все достаточно плохо, за очень редкими исключениями. Практически всегда Хачанов проигрывает тем, кому он, как кажется, на бумаге должен проиграть. Является ли таким теннисистом Корда? Вполне возможно. Вполне возможно. Ну и у Себастьяна тоже немало проблем. Провальный травяной отрезок у него, плюс там травма, взял паузу, вернулся в Вашингтоне, хорошие победы там одерживал, дошел до четвертьфинала, но в итоге выступил Микаэлю Имеру, затем в Монреале, не помню, проиграл, да, он кому-то, честно говоря, даже не могу вспомнить. Но в целом как-то Корда все равно... Нет, он не играл в Монреале, просто с Вашингтоном. Ну, в Атланте он уступил Таро Даниэлю, выиграв первый сет 6-1.
Не знаю, я вспоминаю, конечно же, как и многие, наверное, их матч на Уимблдоне прошлогодний, где в пятом сете был счет 10-8, и из этих 18 геймов, по-моему, 12 были брейки. 13. Ну, 13, да, 13 раз брейканул Карен, да, все правильно. Не знаю, если честно, даже не знаю, что и сказать. Корда небольшой фаворит, ну, даже такой, ну, да, небольшой, 1-78, линия была равная. У меня нет мыслей, честно. Может, у тебя есть? Да нет, все то же самое, просто подбросьте монетку. И все. В Cincinnati оба играют не очень, оба нестабильны по сезону. Поэтому я вообще не знаю, кто выиграет. Мыслей нет. Но рандом. Ну да. Ну, единственное, конечно, я хотел бы сказать, что по поводу Корды тут рано делать выводы насчет Cincinnati, потому что у него, ну, только квалификация в 2019 году, а в прошлом году второй круг, ну и там он Цицепасу уступил. То есть я бы, конечно, здесь не говорил, что он в Цинциннати играет как-то неудачно, просто пока что не было даже возможности как таковой у него. А вот у Карена в Цинциннати, ну тоже на самом деле третий круг, тут вот два раза по два матча выиграл. Ну да, ну ничего особенного в целом. Да, подбрасывайте монетку, наверное, и тогда узнаете, кто победит. Далее Бенджамин Банзи, Джон Изнер, давай, Игорь, твое слово. Так, ну первое, наверное, что приходит в голову, это тотал больше, тайбрейки. По исходу, ну, тоже небольшой рандом, но склоняюсь к пушке Изнеру. Все-таки 13 геймов в сетах он играет достаточно неплохо. Бонсы не очень удачные турниры вышли в Вашингтоне и в Монреале. У Изнера опыта побольше в Цинциннати. Есть у него полуфинал. В 2017 году ты этот матч, по-моему, комментировал. Или вспоминал бы сегодня, и финал у него был в каком-то году. То есть здесь, если выбирать, то Изнера, но насчет ставок не знаю. Total там наверняка 25,5. Это не валуй, как говорят каперы. Но если там будет какая-то линия на брейке, и там на брейке бонса там меньше полтора, что-то около двойки будет, можно там что-то поставить. А так мыслей особо нет. Изнер пропускал мастерс в Канаде. Непонятно почему, поэтому не знаю. Ты что думаешь? Ну, я вот сейчас, чтобы не терять время, сразу же зашел на Теннис Explorer. Конечно, нужно сказать, что они в Ньюпорте встречались. Там было три тайбрейка с итоговой победой Изнера на решающем тайбрейке. В Цинциннати у Джона все как-то достаточно странно. Есть и финал в 2013 году, Надалю тогда проиграл, обыграв Джоковича. В 2017 году полуфинал. Как, собственно, мы уже вспоминали, да, ранее проиграл тогда Димитрову на двух тайбрейках. После этого не очень играет Джон в Цинциннати. Редкие победы. Лайовича обыграл, уступив второй сет 1-6. В прошлом году проиграл Бенуа Перу, уступив третий сет 6-1. Да. Но при этом до этого в прошлом году обыграл Нори и Синера. Хорошие были победы. Не знаю, высокий коэффициент на Изнера. Я вот такой коэффициент 1-66. Я бы, наверное, взял Джона. Даже 1,69 в пинакле, соответственно, какие-нибудь минус 1, да, даже можно будет зацепить. 1,81, минус 1. Да, я за такой коэффициент возьму Джона. Бонзи, ну, неплох, да, ну, на тайбрейках он, скорее всего, будет хуже, чем Изнер. Поэтому Изнер Гуркач во втором круге, ну, на самом деле, это не важно вообще, кто там, Гуркач, это не важно, но я Изнера отправлю во второй круг. Тем более Бонсы в это время обычно играют челленджеры в Кассисе и в Сент-Тропе. Да, может быть, как-то это все, вот, триггер сработает, он будет тратить время и следить за этим челленджером, а не тренироваться. Вполне возможно. Далее Каспер Рут. Удивительно, что прям возле Гуркача он находится. Будет играть во втором круге либо с Беном Шелтоном, либо с Куалифаером Lucky Loser. Бен сегодня будет проводить финал челленджера в Чикаго, где сыграет с Романом Сафиулиным. Ну, только ленивый, да, не пел дифирамбы Шелтону, и я уже говорил о том, что прекрасный чай зеленый с аусепом. Что еще стоит сказать? Левша, колледж, все это вы знаете, хорошая подача, да, кучеряшки, матч с Изнером. Здесь ничего нового не скажу. Посмотрим, кто будет квалифайером, но хорошие шансы есть у Бена дойти до второго круга, конечно же. Как считаешь? Да, я согласен. Бен Шелтон справедливо получил вайлдкард. Сейчас он играет финал, уже в третьем сете ведет с брейком. 17 побед и 5 поражений у него в этом году.
играет круто, быстрые покрытия ему подходят, поэтому то, что он навяжет борьбу, сомнений нет. А все зависит уже от квалифайера. Но было бы интересно, Шелтон Рут, я бы на это посмотрел. Да, я, к сожалению, не разделяю твоего мнения на этот счет, но насчет просмотра, но это действительно было бы круто. Далее, Стэн Вавринка и Энди Маррей, теннисисты, которые еще несколько лет назад могли встречаться не в первом круге на Мастерсе, а где-нибудь в операционном каком-нибудь отделении, да, одной из больниц европейских. Вавринка по защищенному рейтингу, Маррей за счет работы грамотной британского правительства, да, британской мафии, которая надавила на Джека Дрейпера в четвертьфинале в Монреале. Джек мог бы получить специальное приглашение, да, которое выделяется теннисистам, которые хорошо играют, доходят до полуфинала, и на следующей неделе на подобной же категории они могут в итоге выступать в первом круге. Но Дрейпер проиграл, соответственно, Марию не пришлось играть в квалификации, он должен был опять играть против второго Даниэля уже в 74-й раз в этом сезоне, но Энди в итоге попал в основу, и в итоге имеем Вавринка, Мары, ну, круто, круто. По поводу матча, я, честно говоря, даже коэффициенты не смотрел, ты в курсе? Я как-то прям настолько на игнорию. Коэффициентов нет на этот матч. Нету, да? Интересно, почему? По-моему, на Эксплойере вообще написано, что Вавринка непонятно с кем он играет. Так, ну ладно, давайте, например, марафон. Мне прям просто интересно стало, но марафон почему-то тоже нет. Не, нет котировок. Странно. Ну, тогда, на самом деле, даже сказать особо нечего. Вавринка мне понравился против... Кому он там проиграл в Монреале, напомню мне. Руссовори. Кому? Руссовори. Руссовори, да, точно. Руссовори проиграл, там выиграл второй сет на морально-волевых. В третьем была равная борьба, но в итоге проиграл свою подачу Стэн. Мары же, ну, прям как-то сильно сдал и, на удивление, то ли не подготовился к североамериканской серии, то ли, может быть, что-то другое, да, какие-то другие проблемы. Может быть, на US Open выстрелит, да, как было в прошлом году, когда никто не ждал, он почти Цицепаса обыграл. Ну, я в это прям, на самом деле, верю, что он хорошо может сыграть на US Open. Но конкретно здесь и сейчас, может быть, даже Стэн... Ну, тут зависит от коэффициентов, да, если какие-нибудь 2,5 на Вавринку откуда-то возьмутся, то, конечно, ну, я здесь за Стэна, и считаю, что он, ну, и форум может удержать и так далее. Вот, поэтому так-то, в принципе, сейчас переливать из пустого в порожнее я не вижу смысла, не зная коэффициенты, о чем-то говорить, и бессмысленно. Я думаю, что примерно вот на бумаге это равный матч сейчас, ты как считаешь? Ну да, даже небольшое преимущество у Стэна. Если судить именно по последним матчам, то Вавринка действительно с Эмилем был неплох, а Мары против Эмира, ну, максимально ужасно смотрелся. Там из-за жары что-то у него было, потом за бедро что-то держался пару раз. То есть вывеска интересная, конечно, но по поводу качества матча есть сомнения. То есть, ну, наверное, тотал больше, борьба. Да. Не знаю. Извини, надеюсь, не перебил, но я вот вспомнил еще, конечно, как определенный момент, может быть, который как-то тоже может повлиять на выбор победителя или фаворита этого матча. Они встречались, да, на Ролан-Гаррос в 2020 году, когда оба уже были, ну, вот примерно вот в таких кондициях, в которых они сейчас находятся. Ролан-Гаррос, и Вавринг тогда просто испепелил Энди в трех сетах, по-моему, даже с баранкой, да, в одной из партий. Да, там минус фора огромная была. Да, поэтому, может быть, это как-то говорит о том, что вот в текущих кондициях Стэна и Энди Вавринка может быть таким даже более опасным соперником. Далее, Руны Нори, твое мнение? Так, ну, здесь Хольгер отлично провел первую половину сезона, да, выиграл челленджер в Сан-Ремо, затем ATP-турнир в Мюнхене, четвертьфинал Ролан-Гаррос, наверное, вообще лучшее достижение его, да, но вот после этого перформанса в Париже он прям скатился, всего две победы и то, да, над Пером и Фонини, то есть, как бы, даже Иван Мазепа с похмелья бы одержал эти победы, то есть, можно сказать, что никого не побеждал. И это его первый турнир в Сен-Сенате, поэтому непонятно, что от него ждать, но, если не ошибаюсь, он тренировался с Надалем здесь, ты это следишь, это правда или нет? Да, да, была тренировка с Надалем. Вот, ну, тогда это, да, это очень хорошо для него, это важно. А Нори в неплохой форме, финал Эскабуса, в Канаде, по-моему, два матча выиграл, в Пеоже. По идее, Кэмерон фаворит, он
стабильнее, он, можно сказать, умнее, но я с котировками не совсем согласен, все-таки коэффициент 4 на руны это много, даже учитывая, что у него не лучшая форма. Он сможет навязать борьбу на приеме, где-то за счет скорости переиграть. Личка, правда, даже на грунте, да, где руны лучше, за Нори, но не знаю, я бы предпочел поставить 100 рублей на руны за 4, чем там 1500 на Нори. То есть, если выбирать, то даже исходя из коэффициентов, я возьму датчанина. Почему бы не рискнуть? Я бы предпочел сейчас за 100 рублей шоколадку Линд по акции взять, перекрестки, потому что к чаю мед с орехами, ну, честно говоря, так себе. А по поводу коэффициентов, я, если честно, полностью согласен с коэффициентами. Тут даже вот я вижу в Пинакл 1.3, 3.8. Я считаю, полностью согласен с кэфами. И, скорее всего, где-то так матчи закончатся, какие-нибудь 6-4, 6-3, может быть, даже 7-5, 6-2. Может, конечно, он не так закончится, может, и Нори одержит победу, и даже, может быть, руны, вернее, в двух сетах, но я считаю, что Нори здесь больше шансов, и корты теоретически ему подходят быстрые, и форма у него получше. Все-таки в последнее время он проигрывал только топом, да, Медведеву, Аже. Поэтому с коэффициентом я полностью согласен, и здесь считаю, что Нори больше шансов. Далее Чилич против квалифайера. Ну, стоит отметить, что Марин побеждал на этом турнире в 2016 году. В финале обыгрывал Маре тогда еще ого-го какого. Не знаю, сложно сказать, в какой форме находится Марин. Он легко обыграл Карена Хачанова в Монреале. Но так, игровой практики было не очень много. С другой стороны, в целом она есть, да, по сезону играет очень неплохо. Это практически прежний Чилич, да, только вот за скобки возраст берем. А так игра и форма примерно такая же сейчас у Марина. Что, во втором круге он сыграет, ну, вернее, не так. Он, если обыграет квалифайера и Lucky Loser, то во втором круге сыграет либо с Эмилем Руссовори, либо с Вольфом. Ну, пользуясь случаем, так как мы не знаем фамилию соперника Чилича, я и в этот раз тоже первым начну говорить об этом поединке. Руссовори, конечно, поинтереснее, да вообще в целом, наверное, и на этом отрезке, и вообще по сезону более содержательный теннис он показывает, но, насколько мне известно, Вольф именно из Цинциннати родился, по-моему, он в штате Огайо как раз-таки. Это, я думаю, станет для него дополнительным подспорьем. Мне этот теннисист очень нравится. Я вот недавно в паблике, вернее, на канале в Телеге опубликовал пост, когда Вольф, по-моему, дебютировал в топ-100. Я написал, какие перспективы у него, потому что мне действительно было интересно, что ответят люди. И подавляющее большинство комментариев было, да ничего он не добьется, это его потолок и прочее. Ну, в общем, с говном смешали Вольфа. Для меня это было удивительно. Вот прям я очень сильно удивился, потому что, исходя из того, что я думаю о нем, ну, я практически не сомневаюсь, что он будет в топ-30. То есть для меня это даже, ну, да, это вот прям как будто я на 100% в этом уверен. Даже там на больше замахиваюсь, на топ-20, и, может быть, при удачных раскладах и на топ-10. А, вот, но люди прям совсем не верят Вольфа, и меня это удивило. Меня это лично удивило. Я уже сказал о том, что он, по-моему, из Цинциннати, эту информацию нужно проверить, но что-то мне кажется, что это именно так, потому что я помню, первого вайлдкарда он получал именно здесь. А, что ты скажешь, Игорь, вообще по поводу этого матча? Ну, я скажу про Руссовори, что в этом сезоне Эмиль мне не особо нравится. Слишком много анфорсов, большинство матчей играет через ТБ. Вот даже игра с Вавринкой, да, вот, понятно, там Стэн включился, но, опять же, Руссовори полностью контролировал ход матча, все окей, и проиграл там 4 гейма подряд, ну, просто собственными ошибками, и подачи нет стабильной, то есть Руссовори как-то не особо меня зацепил в этом году. А если насчет Вольфа, то я не согласен с людьми, которые его засирали в комментариях. Видимо, это были лудоманы-ставочники, которые, ну, немного проиграли. Вот. На самом деле, даже его немножко жалко, потому что у него очень много травм. И даже недавно, не помню, какой турнир, по-моему, Атланта или... Ну, с Дональдом Янгом он играл, он снялся, и у него были проблемы. А так, Джиджи Вов очень перспективный игрок, да, он из Цинциннати, и у него даже, по-моему, YouTube-канал есть. Если он захочет, он даже в стиле Надаля левой рукой сыграет и попадет в линию. Поэтому, мне кажется, здесь его недооценивают, потому что у Вова и подача есть хорошая, и он играет быстро,
на американском харде стабилен. Поэтому за такой коэффициент, по-моему, около тройки я видел. Я бы даже выбрал Волфа. Руссовари мне не особо сейчас нравится. Поэтому Волк, камон. Далее Маккензи Макдональд против Николаса Басилашвили. Твое мнение? Так, ну, у Макдональда 4 поражения в последних 5 матчах. В Вашингтоне не защитил финал. В Канаде сыграл плохо. Смотрел его матч против Бруксби в Атланте. Но, честно, вообще не понравился. И в Цинциннати у него, по-моему, никогда результатов не было. У Николаса есть проблемы со здоровьем. Снимался он с турниров не раз в этом году. Игровой практики на харде не было. Подготовки как таковой. И грузина, кстати, снова подозревают в договорных матчах, да? Но сам Басилашвили заявил, что к Цинциннати он готов. И оба теннисиста не в форме. Поэтому если исходить из коэффициентов кого-то выбирать, то, как по мне, 3-3 это многовато на Басилашвили. Все-таки сейчас Маккензи сам не в форме, и 1-3 это, ну, слишком мало. Поэтому Басилашвили. Ну что нужно сказать? Ну, во-первых, конечно, ты вот сказал про Атланту, да, Макдональд не понравился, но я думаю, что каких-то выводов делать по Атланте вообще не нужно, и это абсолютно неправильно, потому что все-таки это первый турнир на харде после паузы, и, конечно, в Атланте всегда результаты достаточно рандомные, теннисисты, конечно же, имеют полное право прибавить по ходу следующих турниров, тем более их немало, это уже какой у нас, третий или даже четвертый турнир после Атланты, третий, да? US Open будет для кого-то четвертым или пятым турниром. Да, да. Ну, то есть, конечно же, Макдональд, я думаю, добавит. Я в этом практически не сомневаюсь. Ты правильно сказал, что он в Вашингтоне не защитил финал. И это, конечно, должно было как-то подстегнуть Маккензи. И, может быть, на этой неделе он должен был сыграть хорошо. Но этого не произошло. И, может быть, действительно это говорит все-таки о не самом лучшем состоянии. Вполне возможно. Но в поединке против Николаса Басилашвили, у которого в последнее время огромное количество проблем, и вообще Басилашвили это тот теннисист, который хорошо играет на двух, максимум трех турнирах в году, который он, скорее всего, выигрывает, да, или доходит до полуфиналов, финалов, а все остальное это какие-то безумные, абсолютно беззубые поражения. Вот последние два матча, например, он проиграл Гастону, снявшись по ходу второго сета, и Карацеву с Баранкой в Гамбурге. Но там, судя по всему, видимо, мотивация была скорее проиграть, потому что обвиняли обоих перед этим уже матчем в договорных матчах. В общем, это, конечно, серьезное было противостояние. И да, сильнее в нем оказался Карацев, еще и Баранка. Очень много мемов было после того поединка. Не знаю, я, наверное, отправлю Маккензи. Я согласен, что Басилашвили за такие коэффициенты может быть опасен, но в эту угадайку я играть не хочу. И, как я и сказал, Басилашвили играет, ну, на нескольких только турнирах в году нормально. Соответственно, пытаться угадать, сыграет ли он сейчас нормально или нет, я не берусь. И, соответственно, просто пропускаю этот матч. Нужно, конечно, сказать, что победитель этого поединка сыграет с Карлосом Алькарасом, который тоже так потихонечку форму растерял. И начались поражения со счета 1-0 по партиям. И в финалах начал проигрывать и с итальянцами. Он как-то хреново играет, хотя это просто совпадение, очевидно. Ну и в поединке против Пола, да, очередное поражение. И Карлос сказал, что впервые он не справился с давлением. Такой тревожный звоночек. Далее Феликс Аже-Эльясим в автоматом вышел во второй круг. Сыграет либо с Алексом Деминауром, либо с квалифайером. Скорее всего, с Деминауром, да, кто бы там квалифайером не был. Ну и следом Пабло Каранья Буста, Миомир Кицманович. Очень интересный матч. Поединок двух таких теннисистов, мне кажется, отчасти похожих друг на друга, да, плоские удары, низко над сеткой, мячи летят, в быстром темпе играют, шикарная работа ног. Мне вот прям кажется, что очень похожи они друг на друга, и прием в плане реакции не самый лучший, много эйсов пропускают. Как-то что-то есть у них такое, напоминающее друг друга. Каренья, конечно, в Монреале просто сумасшедший теннис показывал, от и до. Я восхищен Каренью, я даже как-то вот никогда за него не болел, и он мне никогда не нравился. Абсолютно нейтрально я к нему относился, но в Монреале я прям просто рад за него, потому что, ну, очевидно, что он вышел на какой-то новый для себя уровень. Да, у него были полуфиналы на US Open 2, но все-таки такой уверенности, когда теннисист просто разрывает Берреттини через минус 7 на харде, затем Синера через, сколько там, минус 6, да? Ну, это просто как что-то за гранью.
при всем можно там придираться, да, и говорить, что Беретини не очень хорош был, и Синер, но они часто не очень хороши, но тем не менее, таким счетом их обыграть, пойди как бы сделай это. И затем три гейма отдал руны, затем победа над Рейпером через минус 6. Ну, то есть, конечно, сумасшедшая какая-то форма у Буста, и одно восхищение наблюдать за его игрой сейчас, и форхенды по линии, какие-то просто фантастические бэкхенды, в общем, все просто на вдохновение играет Буста. Но здесь тоже нужно, я как обычно придираюсь, всегда я говорю о том, что теннисист может устать, когда он доходит до финала. И, с другой стороны, у Буста не было прям очень затяжных матчей, кроме полуфинального, да, вот с Д7-сом. Ну и там тоже все-таки третья партия завершилась достаточно быстро. Последние три гейма, там чуть ли не под ноль выиграл Карене. Уже в какой-то момент Дэн, по-моему, сдался, просто сил никаких не осталось у него. Поэтому не знаю. Так, конечно, в текущем состоянии, если Буста сохранит этот уровень тенниса, здесь без вариантов. Просто его сейчас в таком состоянии может обыграть, наверное, я даже не знаю, кто. Джокович, да, и то, который должен разыграться по ходу турнира. А так в целом, ну кто, ну Надаль, может быть. Но тоже давайте забегать вперед не будем. По поводу Надаля, он исторически в Цинциннати играет не очень хорошо. Ну, если не брать 13-й год, конечно же. Поэтому, ну, я думаю, ты со мной согласишься, да, что на бумаге Карене, но главное, чтобы он физически был готов к этому матчу. Да, полностью согласен с тобой. Далее квалифайер Синер. Тут, собственно, Карене может опять с Синером столкнуться во втором круге. Интересно будет, будет ли какая-то работа над ошибками проведена у Яника. Практически не сомневаюсь, что будет. Далее Роберто Баутиста Агут, Франциско Чирундоло. Начинай, Игорь. Так, Баутиста Агут, в принципе, набрал неплохую форму, да, выиграл мега-турнир в Австрии, Китсбюэле, в Канаде выиграл два матча, проиграл Руду в борьбе, ну, пойдет. В Цинциннати, по-моему, у него есть два неплохих результата, да, в 2020 году полуфинал, где он Медведева там до этого обыграл, и один четвертьфинал. Вот, на харде играет неплохо, да, наверное, он и Буста, это такие испанцы, которым больше подходят быстрое покрытие, чем грунт. Это твои слова. Я просто повторил. Но здесь, наверное, есть смысл поговорить больше о Терундало, да, который очень хорош в этом году. Если не ошибаюсь, полуфинал Мастерса в Майами. Никто этого не ожидал. Очень достойная игра на Убудоне против Рафа Надаля. И были шансы, на самом деле, перевести игру в пятый сет, но Терундало — это Терундало. Затем титул в Бастаде, где он играл просто шикарно. Он там Бусту разгромил и Байеса. Затем на пятисотнике в Гамбурге он тоже там чуть ли не до полуфинала дошел, по-моему. То есть действительно он хорош, и даже вот матч с Хачановым мне понравился. Вот. Но все-таки, наверное, сказалось то, что быстрый хард не самое подходящее покрытие, но Франциско прибавляет. То есть Франциско, я думаю, тоже сможет быть универсалом, как и Байес со временем. То есть это не Хуан Мануэль Серундова, который чисто под грунт заточен. То есть Серундова действительно, именно Франциско, он опасен будет, он, у него очень мощный форхенд, у него активная игра. И мне кажется, это не самый соперник для Баутиста в первом круге. И если кто-то собрался там добавлять испанцев экспресс там, за 1.29, я бы не рекомендовал это делать. Я думаю, что у Серундова есть шансы на борьбу, хотя бы в каком-то из сетов. Но, скорее всего, на классе Баутиста выиграет. Но я бы Серундова не списывал со счетов. Ты что думаешь? Я, в принципе, согласен полностью с тобой. Церундало очень мне нравится. Уже сейчас он 27-й в рейтинге. Я уверен, что это не предел. Абсолютно сумасшедший форхенд. Вот технически, да, форхенд не вызывает какого-то восхищения. Это не там не замах Дель Потро, Гулбиса, да, там Хачанова, прости боже. Но при этом мяч летит так быстро, у него просто как из прощи вылетает мяч. Форхенд просто сумасшедший. У Церундала один из самых недооцененных ударов в теннисе прямо сейчас. Бэкхенд отлично тоже работает. Вот чего единственное не хватает Церундала, это подачи. При том, что у него есть неплохой рост, 1,85 м, он не... Это хороший, нормальный рост. Таким ростом можно подавать. Спросите там у Ясутаки Учиямы, да, у которого даже, по-моему, на 5 сантиметров ниже рост. И у многих других теннисистов, которых я сейчас не вспомню. Поэтому, если у него появится подача, я бы на его месте работал усиленно над подачей, в первую очередь, наверное, в межсезонье, потому что сейчас и так все хорошо идет, и нет смысла что-то менять.
то в следующем году я даже боюсь представить, на что он будет претендентом вообще. Сейчас же, конкретно в этих условиях, 1.35 на Баутисту, 1.36, 1.39 даже в Пинакле. Ну, наверное, да, наверное, правильно. Но у Баутиста ничего нет в Цинциннати, да. Я хотел сказать, что корты, кажется, ему больше подходят, но у него только один четвертьфинал здесь, в 2019 году, и то проиграл Ришару Гаске. Удивительно, но факт. Да, ну в 2019 год. 2020 году полуфинал, но они в Нью-Йорке играли, но все равно. Да, вот я, кстати, только хотел сказать об этом, по-моему, Джоковичу, да, он тогда проиграл в трех. Причем он подавал на матч, если не ошибаюсь. Да, но Ну что почему-то было такое? странно, почему-то они не учитывают, хотя у Украиновича отобразился тот турнир тогда против Там в Раоничу. теннис Explorer это отдельно, Цинциннати в скобочках Нью-Йорк, по-моему. Да, ну вот, как я уже сказал, у Украиновича все нормально, без Цинциннати в скобочках Нью-Йорк. Сейчас я даже еще раз перепроверю. 19-й год. А, все, я понял, о чем ты. Да, все, ты прав. Ты прав. Надо просто отдельно проваливаться в... Да, все. Ну что ж, ну тогда, значит, корты все-таки, наверное, подходят Баутисте. Ну, они логично, что ему подходят, ему быстрое покрытие нравится. Но это говорит о том, что все-таки еще и результаты у него здесь бывали неплохие. Четвертьфинал в 19-м, и как мы разобрались, полуфинал. Полуфинал? Да, Да. полуфинал, да, полуфинал в 20-м. И то на тайбрейке только проиграл Джокович. Победу над Медведевым, над Хачановым. И что самое главное, над Гаске тогда в том году была у Баутисты. Ну, в общем, по коэффициентам плюс-минус вот что-то такое, да, что и должно быть. Шикарный матч против Руда был в Монреале, но вообще один из лучших матчей, мне кажется, турнира. Матч Баутисты и Руда. Это, наверное, первый матч, где я увидел абсолютно какие-то невероятные прострелы слева у Руда по линии. Многие из вас смотрели финал Ролан Гаррос против Надаля, и там просто за счет бэкхенда тот матч проиграл Руд. А вот то, что он сейчас на этом турнире в Монреале показывал, я впервые видел такой бэкхенд от Каспера, и стоит его похвалить, безусловно. Он понял, в чем его слабое место, и он очень сильно прибавил слева. Это говорит о том, что, ну, он будет еще опаснее. Собственно, ну, можно сказать, что все, потому что следующий матч квалифайер либо Lucky Loser против квалифайера, либо Lucky Loser. Не знаю, как ты, а я считаю, что победит второй. Ну, мне тоже так кажется, логично. Далее Чорич тоже квалифайер Lucky Loser. Но в данном случае победитель этого матча сыграет с Рафаэлем Надалем. Наверное, пару слов нужно сказать про Надаля. Да, второй сеянный, бьется за первую строчку рейтинга, может даже стать первым по итогам, ну, после этого турнира, если он его выиграет, а Даня, по-моему, не дойдет до четвертьфинала, если я не ошибаюсь. Но, по-моему, именно так. Ты прав. Да, прости, я перебил тебя случайно. Нет, ты прав, ты прав, А. все правильно, я. Да, но в любом случае Надаль серьезный претендент на первую строчку по итогам года. Куда, в пятый или в шестой раз, я уже даже не помню, может закончить год первым. Не так много очков ему нужно защищать. Ну, вернее, вообще, по-моему, ничего ему не нужно защищать. В прошлом году после Вашингтона он вообще не играл. Соответственно, все ему будет идти в плюс. В Цинциннати я уже говорил, да, исторически как-то не очень хорошо. Давайте провалимся в Надаля. В 2013 году он здесь победил, но это единственный титул у Рафы. У Рафы здесь. А в последние годы он очень часто пропускал эти соревнования. Собственно, в 2017 году был последний его турнир здесь. Уступил тогда Кириосу в четвертьфинале. Причем без каких-либо шансов. 6-2, 7-5. Ник тогда его съел. До этого проигрывал Чоричу 6-1, 6-3. Вы просто вдумайтесь, в 2016 году. Лопесу проиграл Фелисиано в 2015. Ну и так далее. Собственно, один только финал. И тот победный в 2013 году у Рафы. Не знаю, ты как ждешь от Надаля чего-то прям хорошего и победы реально здесь? Ну, я думаю, что Надаль претендует на титул, да, то есть как бы первые круги, вероятно, будут не самые простые, как и на Булдоне, да, он так набирал ход, раскачивался. Еще будет много зависеть от его физического состояния, потому что мы не знаем, насколько Рафа готов. Ну, а так, в целом, было бы интересно увидеть финал Медведев-Надаль. И было бы интересно увидеть Надаль Чорич, потому что я только начинал тогда смотреть теннис, и действительно, та победа Борны прям впечатлила. И опять же, я сейчас задумался, вот год назад, Вова, ну ты бы подумал, что у Рафы будет 22 шлема? Да нет, но я уже неоднократно об этом говорил, что так можно про каждого из Биг-3 Да. говорить и в любой момент
каждый раз кто-то был счастлив, а кто-то наоборот переживал, что вот там, например, Надаль, да, в прошлом году все, наверное, закончился. Джокович, вот час уже, наверное, закончился, да, в Австралии многие думали. Федерер, ну, понятно, тоже уже закончился. Янович, да, многие до сих пор думают, что он закончился, но, ребят, не бегите впереди паровоза. Поэтому, ну, да. Будет интересно. Время покажет, история все растает на свои места. По поводу титула здесь возможного, ну, в принципе, соглашусь, Надаль, скорее всего, будет идти от матча к матчу. Главное, чтобы проблем вновь не было с мышцами живота. Все-таки он должен был еще играть в Монреале, но не сыграл, потому что на тренировке почувствовал дискомфорт. В любой момент опять это может произойти, к сожалению, и Надаль либо снимется, либо не очень хорошо выступит, потому что все-таки это мешает в первую очередь подавать. Играть это практически не мешает, а вот подавать, да. И при текущем мужском теннисе, да, ну, невозможно без подачи играть, даже если ты Надаль. Против таких игроков, как там Аже, Рублев, Медведев, да, таких пробивных, ну, невозможно просто. Но Фрица можно обыгрывать. Фрица, да, Фрица можно. Фрица можно, но опять-таки ценой каких усилий, да, и сколько сил потратил Рафа в том матче. Ну и ни в коем случае это не камень в огород Фрица. Фриц бесподобен был в том матче. Я не могу ничего плохого сказать про него. Не могу сказать, что он упустил победу или что-то подобное. Просто Надаль. Ну, Надаль. Надаль это Надаль. Чего уж там. Да, поэтому посмотрим. Посмотрим. Вот, в принципе, завершилось уже у нас превью. Я надеюсь, вам было интересно. Не знаю, какой там хронометраж. Надеюсь, меньше часа. Сейчас сразу же я постараюсь залить на YouTube. И вы, скорее всего, уже сегодня это видео будете смотреть. Всем большое спасибо. Есть какие-то вопросы, пишите комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал в Boosty. И всем хорошего настроения. Всем пока. Всем пока.